Вот так вот выглядит приблизительно вид из окна. На большей части пути этого великолепного поезда Тихвин Будогощ. А посмотрите, как выглядит интерьер нашего вагона. Это настоящий купейный вагон. Приличный купейный вагон. Очень приличный. У нас в салоне, не у нас, но в вагоне очень много клюквенников. Сейчас идет сезон клюквы, и мы решили сегодня тоже прикупить где-нибудь ее. Но собирать, конечно, не будем. Все. Рублей за 100.